Отгремели выпускные вечера в школах города, и для многих молодых людей встает вопрос о получении профессионального образования. Кто-то планирует уехать учиться в столичные вузы и другие большие города, но многие выбирают все-таки получить образование в своем родном Азове. Одним из таких учебных заведений в нашем городе является технологический институт, филиал ДГТУ, который в этом году отмечает 60-летний юбилей факультета среднего профессионального образования и больше известен азовчанам как политехнический техникум. Колледж в свое время был базой для создания в Азове филиала ДГТУ. Преподавателями были приглашены ведущие специалисты оптико-механического завода, и таким образом 1 сентября 1964 года свои двери техникум распахнул для 400 абитуриентов. Первым директором был назначен инженер АМЗ, инженер-оптик Брусков Михаил Владимир Михайлович, а затем, начиная с 1965 года, был назначен Бабуцкий Федор Илларионович. Именно при нем было построено новое здание техникума, были организованы, значит, лаборатории, кабинеты. Вот. Ну и таким образом техникум заработал как настоящая кузница кадров для предприятий города. В год своего юбилея педагогический и студенческий коллектив института показывает высокие результаты в учебной и научной работе. Студенты института активно участвуют во всех социально значимых, культурно-просветительских, патриотических, экологических, спортивных и других мероприятиях и молодежных движениях. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2024 года стали рекордными. Все 163 выпускника высшего и среднего образования защитили дипломные работы на «хорошо» и «отлично». 35 человек получили диплом с отличием. Большая часть выпускников, юношей, сразу после завершения обучения уходит на действительную военную службу по призыву. Но значительная часть выпускников факультета СПО продолжит обучение на факультете высшего образования как подневной, так и по заочной и очно-заочной форме. Большой процент выпускников факультета СПО, особенно по таким востребованным специальностям, как технологи, операторы станков с ЧПУ, программисты и администраторы баз данных, уже трудоустроены и работают на предприятиях и в организациях города. И теперь уже горячая пора началась в приемной комиссии института, куда устремились выпускники школ города и района, а также колледжей. В 2024 году в нашем институте объявлен набор по программам среднего профессионального образования на базе 9, на базе 11 классов, а также по программам бакалавриата, это высшее образование для выпускников 11 классов, также выпускников колледжей, в том числе получение второго высшего образования. Прием осуществляется как на бюджетные места, так и на контрактные места по всем формам обучения – очная, очно-заочная и заочная форма. Мы приглашаем абитуриентов в технологический институт филиал ДГТУ в городе Азове для получения качественного образования по самым востребованным специальностям и направлениям подготовки. Крепкие традиции – это залог успешного будущего. С таким девизом строился и развивался политех. Менялись поколения преподавателей, открывались новые направления, но неизменным оставался высокий профессионализм. И, конечно, наивысшая награда для любого учебного заведения – востребованность выпускников и слова благодарности, адресованные преподавателям и сотрудникам. За эти 4 года обучения столько всего произошло, и не вспомнить все. Столько моментов было, столько прекрасных моментов было. Были и трудности, и ошибки, но я думаю, именно на этих ошибках мы и научились быть такими сильными, терпеливыми, стойкими. Здесь я обрела очень много друзей, очень много людей, которые, я очень надеюсь, что останутся со мной на всю мою жизнь. За все эти годы мы получили колоссальный опыт, который нам передавали и наши преподаватели пытались. Мы получили очень много эмоций, связанных со студенческой жизнью, потому что она здесь очень активная и очень веселая. Мы участвуем во многих мероприятиях городских. Я буду очень сильно по этому скучать. Училась здесь, в колледже, поступила в 2016 году, в 2020 закончила с синим дипломом, продолжила свое обучение на высшем образовании. Преподаватели здесь замечательные, что в колледже, что в институте. Каждый подбирает свою технику преподавания, каждый подбирает свой подход к студентам, всегда поддержат, всегда поймут, и даже если вы не очень учитесь, здесь вас всему научат. Я закончила институт с отличием, очень этому рада, поступайте, замечательный институт, всем советую. 60 лет для учебного заведения – это только начало. В
Впереди Азовский филиал ДГТУ ждет много интересных открытий, достижений и побед. Людмила Улихина, Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Владимир Чекунов, Азов-Инфо.